Всех приветствую! 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе на 926 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск водитель автомобиля, привозящий детскую спортивную команду, мужчина 1969 года рождения, двигаясь в условиях ограниченной видимости из-за метели, допустил столкновение с попутным автомобилем, после чего совершил выезд на встречную полосу из-за заноса и столкнулся со встречным грузовым автомобилем. В результате происшествия 12 человек, 10 из них дети, 12-14 лет, погибли. 23 человека, 20 из них дети, 12-14 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Если я ошибся, прошу меня поправить или дополнить в комментариях. Цените свою жизнь и жизнь своих близких, будьте внимательнее и осторожнее.